Так, запись идет. Товарищи, мы в свинячьем поноре. Да, тут такие хрени, зим. Я, мне, наверное, не видно, кто я, ну похуй. Вот, сейчас будем лечь хуенную шкляву, которая пока не имеет названия, но может что-то будет. Потом, блядь, начало приключение. Так, смотрите, через пару минут это стартует. Сейчас мы... Сейчас тут будет самое такое неприятное место. Я даже чуть подкопал его. О. Поворотик. Развернемся. Такие штуки. Тяги нету. Ты что, не забывай дистометром пробивать? Да вот, пробиваю. Говори там первый, второй, я буду говорить на камеру, может... До поворота 4,2 метра. До поворота 4,2 метра. Там старайся только камни с собой сильно не двигать, чтобы не закли... Старайся с собой камни сильно не двигать, чтобы не заклиниться. Ну вот когда сюда повернешь. От первого поворота.
поворота, до второго поворота 2 метра. 2 метра, второй поворот. Налево. Что? 4,8 метра следующий. Там запомни место, то что там поворот не очень явный. Запомни место, потому что поворот не очень явный. Что? Ну, я, да, ну там так, но меняешься местами по-разному. То на животе, то боком. Вот стекло для Юрия Михайловича. Сюда я положил мышку на эту полочку. Следующий поворот 2,9. Русло. Юрий Михайлович не говорил, что вода не течет. Два и два. Два и два.
Оп. А что, фонарь погас? Да. Блядь. Охуенный мистер Феникс. Нихера себе, конечно, ходик. Уже расширили этаж. Так у меня, блядь, что-то... Фонарь? Я тебе выйдем, да, дам свой. Собаку. Ты аж снимай, подожди. Охуенно. Блять. Контакт пропадает. Может быть. Сука. Есть какой-то, чтобы достать? Ну я его просто сейчас прямо тебе не смогу передать. Я его не достану прямо сейчас. Я понял. Просто, блядь. Так, где мой свет? Ёбаный Феникс. Феникс, хуйня, говорю на камеру, блядь. И потом смотрю, блядь. Реально, такая вздрочь. Все знакомые покупают. Гонятся за люманами. И реально такая хуйня. У всех, блядь, по пизде они идут. Кто, Феникс? Да, вот это вот модель. Ну, снимай, на. Текин. Тики, два и тики. Следующие 2.4. Сейчас еще один кину. А? Сейчас еще один. 2.2. 2.2 еще. Тут у нас расширение начинается. Коленки. По ширине, ширина плеч тут, высота почти полного роста. 4. 3.5. Три и два. Череп лисы. О, смотри, в бок какой-то хобот. Да, тут есть. В бок слева.
Бок справа. Ага. Нижняя челюсть. Четыре и три. Вот дырка с каким-то якобы расширением. Справа, где мы, наверное, сегодня будем копать. Справа. И вот дальше идем. Вот такая вот резиновая хрень. И пошла. 3-4. Ай, блядь. Ой, блядь. И вот конец хуйни вся эта история моей об этом. Вот такой поворотик. И вот такая дырочка. Такая вот хуйня, переход. Да. За него 15 минут.